will be devoted to the Jones-Krushkal polynomial, which is a variant of virtual nodes. I should mention here that we have lost Professor Jones last year. He died in September, I believe. And he was a very bright person, very nice. And it's, of course, a pity he was still not that old. He was under 70. And Но прежде всего какое-то напоминание. Я напоминаю, что узлом является вложение гладкой окружности пространства, в нашем случае R2, и диаграмма узла – это проекция общего положения узла на, в данном случае, плоскость. Здесь нарисованы некоторые проекции узлов, мы все помним, на всякий случай, для тех, кто почему-то, может быть, включился впервые. Трилистник, восьмерка. Кроме того, мы можем рассматривать зацепление. Зацепление – положение μ-компонент в, соответственно, пространство. Так тоже гладкая, и проекция точно так же, это мю-компонентное, то есть в данном случае двухкомпонентное зацепление, называется зацепление Кауффмана. Для того, чтобы различать узлы до плоскости... The first three figures on the left represent ordinary nodes and links. Для того, чтобы различать узлы, в нашем случае обычные пока, был предложен полиномиальный инвариант, который называется скобка Кауфмана, который называется полином Джонса, а для его построения нам нужна скобка Кауфмана. Сейчас я напомню о том, что это такое. Джонс полиномиал was suggested as a knot and ordinary knot and invariants, and Kauffman developed an axiomatic way to define this polynomial. This axiomatic way is called Kauffman bracket. Скобка Кауфмана это тоже многочлен от формальной переменной, который не является вариативным относительно всех трех движений радиомайстера. Да, у нас есть движения радиомайстера, относительно которых мы хотим рассматривать узлы с точностью до перевода их друг в друга, у них диаграмм друг друга, разумеется, с точностью до всех трех. Так вот, скобка Кауфмана не вариант относительно первого движения радиомайстера. Как же ее определить? A knot invariant can be defined as a function on knot diagrams, or link diagrams, which is invariant under radiomaster moves. Three radiomaster moves that are drawn here. Kauffman bracket is not invariant under all of these moves, but it is an intermediate step in the construction of пусть L это некоторая диаграмма узла, тогда для нее мы можем определить, даже не ориентированная диаграмма узла, тогда для нее мы можем определить скобку Кауфмана, как мы дошли от трех начала переменных, Кауфман так сам определял, и, собственно, он должен удовлетворять следующим свойствам. Первое свойство. Нормировка. Скобка Кауфмана от тривиального узла – это единица. Второе свойство. So, O denotes a trivial knot in a knotted diagram. Следующее свойство. Если мы рассматриваем несвязанную сумму некоторых диаграмм узла и тривиального узла, да, не узла, тогда мы хотим, чтобы скобка Кауфмана от диаграммы L умножалась на некоторую переменную, обозначим ее через C. И последнее. Если мы рассматриваем разрешение узла, сейчас я напомню, что это такое, любой локальный перекресток, локальный неориентированный перекресток, мы можем разрешить двумя способами. Это так называемое А-разрешение, горизонтальное, если это был... Да, на всякий случай, чтобы к этому можно было всегда выражаться. LR-разрешение и LB-разрешение. Так вот, мы хотим, чтобы скобка Кауфмана удовлетворяла следующему свойству. Если мы диаграмму узла поменяем в одном единственном месте, в одном единственном перекресточке, разрешим ее каждым из возможных способов, то мы получим следующее. Плохо, что тут.
Нет, у нас А и Б там были большие, а здесь маленькие, поэтому... Ой, да. And this is an axiomatic definition of the Kauffman break. Of course, we should show that the Kauffman break exists. It does not depend on the way in which, on the order in which we resolve the double points, but it's more or less obvious. Из условий вариантности относительно второго элемента движения радиомайстера мы на самом деле можем найти значение переменной c, значение переменной b, и оказывается, что c это минус a в степени 2 минус a в степени минус 2, а b это просто a в минус 1. Если хочется это проверить, достаточно просто написать условия вариативности относительно второго и третьего движения радиомайстера. Вот они. Я их напоминаю. Но это... If we require that the bracket is invariant under the second and the third randomized moves, then we deduce that C must be equal to the expression on the blackboard and B is A inverse. Ну и наконец проведение Кауффмана Джонса. Сколько Кауффмана, как я уже сказал, не инвариативно относительно первого движения радиомайстера, но если мы домножим на коэффициент, Полиномиал Джонса, я говорю, это не инвариантно. Почему? Не знаю. А вы говорите инвариативно. Нет, ну, хорошо, не вариантно относительно первого движения радиомайстера, то мы можем проверить Полиномиал Джонса, который выглядит следующим образом. Сейчас я поясню, что это такое. Здесь мы видим полином Джонса, вот диаграмма узла, ориентированная диаграмма узла. Вверху в показателе степени стоит коэффициент, который называется закрученность узла, заузленность или вот. Непроизносимое слово. Windin. Да, вот это самое. Нет, риф. Риф, да. Оно определяется так. Это число положительных перекрестков. Положительные перекрестки я вот здесь вот написал. Это когда мы проходим по ветви узла, и проход осуществляется справа налево. Ну и, соответственно, минус число отрицательных. Минус число отрицательных таких перекрестков. Да, мне важно, потому что Кауффман считается от снятия от неориентированной диаграммы, поэтому здесь я снимаю ориентацию с моей диаграммы. So, up to now, the definition of the Kauffman bracket does not take into account the orientation of the link and of the diagram, respectively. And in the definition of Jones polynomial, we forget the orientation first and compute the Kauffman bracket of the resulting non-oriented diagram, and then orientation is taken into account in the first factor, which is a to the power negative 3 risk number, which the risk number of a diagram is of an oriented diagram is defined as the difference between the number of positive and the number of negative Иногда удобно заменять переменную относительно которой считается полином Джонса и представлять его полином Джонса от переменной Q, только вот в степени минус 4. И это будет нам важно для того, чтобы научиться считать полином Джонса в шкале. Sometimes we make re-quantize the Jones polynomial by introducing the vector Q, which is equal to n to the power of negative. Давайте теперь начнем рассматривать наконец-то виртуальные узлы, и прежде всего нужно определить, что же это такое. Виртуальные узлы определяются как вложение в утолщенную поверхность. Что же такое утолщенная поверхность?
единичный отрезок. И сигма это компактная. Компактная, связанная и ориентированная поверхность. Тогда утолщенной поверхностью. Называется их прямое произведение. Knots and links can be considered an arbitrary three-dimensional manifold, not necessarily the free sphere, which is for ordinary knots and links. In particular, one can consider instead the three-dimensional manifold, which is a product of a compact-oriented surface and the segment 0, 1. This product is called the thickened surface, which is clear. Why? And knots and links in the thickened surface are respectively virtual knots and virtual links. Another different way of thinking about virtual knots and links is by means of the virtual diagrams. Что такое виртуальные диаграммы? Теперь мы решаем двойные точки не только прохода и перехода, но и добавляем новый тип, который изображен здесь. Четвертая, пятая и шестая диаграммы – это диаграммы виртуальных узлов. У них есть точка, которая в диаграмме показывается как такое самое пересечение определенного кружочка. Такие точки называются виртуальными перекрестками, и значит они примерно следующие. Если у нас есть некоторый грязь узла в этой части поверхности и некоторые вот в этой, буквально они не пересекают, но при проецировании на плоскость у нас появляется точка пересечения. Вот эта точка и отмечается на виртуальной диаграмме тем образом, как она отмечается там. If you take the projection of a virtual link to the base surface, then we obtain a diagram of this virtual link, which is just an ordinary diagram, but not on the plane, but on the surface. It's usually inconvenient to draw these diagrams on the surface and to work these diagrams on the surface. Instead, we use additional projection of the surface to the plane and obtain a plane diagram, but with a new type of self-intersection of the diagram. This new type is called virtual intersection. It does not show a real intersection of the diagram, a real self-intersection of the diagram on the surface. Instead, it appears only under projection to the plane. Для того, чтобы продолжать различать различные узлы, мы должны ввести новое движение. Ну, я его добавлю сюда к коллекции движения Редемастера. Это такое так называемое движение обхода. Как оно выглядит? Если был некий... Редемастер theorem states that two links are isotropic if and only if the diagrams the diagrams are connected by a sequence of Redemeister links. Similarly, when we consider virtual links, that is links inside thickened surface, in addition to ordinary Redemeister moves, you must add new type of moves such that together they form a sufficient set of moves
making any pair of equivalent virtual things of isotropic virtual means equivalent under a sequence of such moves. How it looks like, I will explain. Это, да, значит, у нас есть некоторая часть внутри вот этого, внутри этой клетки, мы не знаем, что происходит с узлом, но на самом деле это не важно. Нам важно только то, что... вот на этой картинке покажу. Вот том, та часть узла, которая зарисована клеткой, и сверху, если ветвь проходила, например, вот здесь вот, и у нее были пересечения, видите, вот как раз с этими тремя выходящими ветвями, были вот здесь у нас были две плохие точки, то мы можем абсолютно спокойно эту ветвь сдвинуть таким образом, чтобы она заканчивалась теперь здесь, тогда виртуальные точки пересечения у нас окажутся вот здесь вот, при этом мы не задеваем все, что. Нет, внутри клякции все пересечения настоящие. Сохраняются, да-да-да, никаких виртуальных. А там внутри клякции нет виртуальных? Есть... Нет. So you can have a part with ordinary self-intersections only, and the string of our link with some strings leaving this part, then we can. We can move the string to the other strings leaving this part, provided here the intersection, all the intersections are virtual, and then all the new intersections also are virtual. Если у кого-то остались вопросы, то вот только здесь, что нарисовано, это та самая клякса. А вот мой верхний, в некоторой части поверхности, с другой стороны, часть весь узла. Вот я могу его спокойно двигать, при этом не меняя свою кляксу. Виртуально меняется. Хорошо. Теперь мы должны определить некоторые два объекта, которые будут в дальнейшем нужны для вычисления гомологической скобки Кауфмана, аналога скобки Кауфмана для виртуальных узлов. Так, прежде всего... How do you call it? Гомологическая? Гомологическая скобка Кауфмана. Ну, может быть, мой перевод не верен, но в оригинальной работе это называется, вот так называется, homological Kauffman bracket. Let's have a look, why it is indeed homological. Итак, рассматривая диаграмму узла... Please address the audience. Нет, я скорее не на вас, а на эти товарищи. Значит, рассматривая диаграмму узла, мы будем ориентироваться на, прежде всего, классические перекрестки. И я напоминаю, что их есть возможность разрешить двумя способами. Разрешение A. А вот они. Разрешение A и разрешение B. Тогда всего мы можем получить из диаграммы, разрешая каждый из классических перекрестков, ну понятно, 2 в степени n состояний, где n — это число перекрестков исходного типа. Обозначим множество состояний как s большое, и в нем будут жить s маленькие. S маленькие — это просто состояние. Хорошо. Тогда для них... So each ordinary self-intersection admits two resolutions, and each of the resolutions we'll consider as a state of this self-intersection, and S is the set of states of all self-intersections. We choose a resolution for each self-intersection, and this will be called the state of each ordinary self-intersection. Обозначим K, это слово ядро, размер ядра, отображение следующего типа. Так.
где S это множество по-прежнему состояний, ну, размерность ядра, ядро это множество, которое, ну, понятно, что такое ядро, и отображение из группы гомологий, соответственно, наших состояний в группе гомологий поверхности, которую мы рассматриваем. This is important. Stop here. Don't hurry. First of all, what are the homology group? What is the group of coefficients for H1 of sigma? Какая группа коэффициентов? Гомологии с коэффициентами в чем? Целыми числами. Уверены? По-моему. Не за 20? Сейчас. Ну, H1 от S, S это замкнутая кривая. H1 от S это замкнутая кривая, то есть набор окружностей. Поэтому гомологию все равно как рассматривать. И вот это ядро это означает количество тех окружностей, которые стягиваются внутри сигма. Да. Думаешь? Нет, это правда, потому что вот как раз так мы будем дальше считать. Да, там, значит, вот. В исходном полиноме Джонса у нас получались, после того, как мы все разрешили, все распалось на такие маленькие кружочки незамутненные. Да. И каждый такой незамутненный кружочек действительно представляет из себя тривиальный узел. Ну да. А если у нас есть дополнительные виртуальные пересечения, то он может быть тривиальным, а может быть нетривиальным. Вот мы на нетривиальные мы не обращаем внимания, а следим только за теми, которые все еще тривиальны, хотя они и виртуальные. Допустим, у нас есть две таких окружности. Их разность лежит в кедре. А, еще бывает разность. Еще бывает разность. Я вот это хочу понимать. Да. Зачем нам рассматривать их разность? То есть мы, все, что мы я делаем. Я хочу понять, что такое H1 на S. Не, ну там есть определение, значит, тут формально. Вопрос. А вот это S, это S большое или это S маленькое? Это S большое. Нет, это касается конфигурации всех. Нет, сейчас. Вот это пространство состояний, а S, значит, вот то, что ты сказал. В смысле, мы берем гомологию от разрешения, в смысле, от разрешенного узла. Значит, давайте поясним, что когда мы делаем какие-то, да, рассматриваем какой-то набор состояний, мы разбиваем нашу диаграмму узла на некоторое число не, ну, значит, не пересекающихся простых кривых, ну, каждый состояние. Сейчас, мы берем одно состояние. Вот, да, мы берем. Ну, конечное, да. Да. Мы берем одно состояние, то есть мы тем или иным образом мы зафиксировали, как мы разрешаем каждую двойную точку. Да. Получаем набор окружностей. Да. Без S маленькая здесь. Да, здесь вот, там даже S маленькая. Да. К S маленькая. Что это как окружность S? Ну да, да. К S маленькая. Значит, у нас получается набор окружностей. Набор окружностей. Я бы сказал, что разность этих двух должна лежать в ядре. Сейчас, а что у нас с ориентацией? Если с коэффициентами в Z2, то можно понять, а если с коэффициентами в Z, то я не понимаю. Потому что эти разрешения же никак с ориентациями не согласованы. А, сейчас, а кривая сигма. Сигма ориентированной поверхности. Сигма ориентированная. Но если сигма ориентированная поверхность, то тогда там никакого кручения нету. Там нету кручения. Я хочу понять, что такое S. Ну тут это самое число K, оно, наверное, не зависит от этого. Может быть, мы просто можем вести на S ориентацию согласно ориентации узла или. Да вроде нет. Как-то не всегда даже. Вроде нет. Даже действительно. Если у нас изначально была ориентация, разве не было? Ну, узла была ориентация, но она не пере. Когда мы разрешаем. Из двух А и Б в одном, по крайней мере, ориентация не согласована. Да. Ориентация не согласована.
Ориентация не согласна. So, at the moment we have a problem in defining what is this guy. So, what is the group of coefficients? And наверное, давайте считать, что за два тогда будет проще. Давайте считать, что за два. Тогда слово dim имеет, по крайней мере, смысл. Okay, so we consider the homology group appearing here as homology groups with coefficient in Z2 and the subject is defined as follows. We take a link in a thickened surface, we take the link diagram, we take a state, S is a state. Consider linear combinations of this each linear combinations of this set of this curve with coefficient in Z2 and each linear combination is taken to H1 to the first homology of sigma with coefficients in Z2 and we consider the kernel of this and we can see that the dimension of this kernel as a vector space in maybe F2 over the field of the field. Okay. Ну, аналогично мы определим, что RTS – это размер вот, образа A link on the torus. Да, вот это, значит,
поверхностная диаграмма зацепления Хопфа на Торе. И рассматривать мы сегодня будем. This is a Hopf link in the thickened torus. Да. Соответственно. The diagram on the torus. D is the diagram on the torus. Ну, не обязательно на Торе, на некоторой поверхности. On C. D is the diagram on the torus. An ordinary diagram on the link. Окей, что же это? Это сумма по всем возможным состояниям. Следующее выражение. Так. Я сделаю плохо, сначала напишу, а потом определю, что это такое. Меня учили, наверное, в курсе математики, что так делать ни в коем случае нельзя. Я сначала все определил. Итак, что здесь написано? Ну, прежде всего, есть формальная переменная, та самая, которая была у нас в обычной скобке Кауфмана, но про это я больше не рассказываю. Что такое альфа от S? So, which weight minus Schmidt is weight, which is the sum of the this sum. Это число, собственно, положительных разрешений. Ну, то есть, да, на самом деле, вот то, что здесь стоит, это и будет Maybe it's easier in that way. Да. A to the power, the least number of d of the diagram d, that is the difference between the number of positive resolutions and negative resolutions. Выйдите. Нет, другое. Сейчас другое. Другое. Альфа. Сейчас альфа — это количество положительных разрешений. Разрешение. А там прям кросинг. Ориентированный вот кросинг. Да, это неправда. Значит, да. Спасибо. Альфа — это количество положительных разрешений. То есть которое А. Количество А. Это число. Сейчас. Давайте я скажу так, что конкретному состоянию я могу поставить в соответствие бинарное слово длины n, где n — это число исходных правильных классических перекрестков. И на этом месте, значит, я занумерую перекрестки, и на этом месте, то есть в соответствии этому перекрестку, буду давать единицу, если она разрешает правильно, и ноль, если, ну, правильно, значит, что положительно, и ноль, если разрешается неположительно, ну, отрицательно. Тогда альфа от S это у меня просто, надо как это обозначить, да, в общем, альфа от S это число разрешений А. Ну хорошо, да. Число разрешений А и Б на Т в состоянии D. Число разрешений Б. Окей, so alpha of a state. The function alpha of a state is the number of resolutions of type A, and beta is the number of resolutions of type B. К от S, R от S – это то, что мы только что определяли, а Z – это формальная переменная, которая отслеживает гомологический ранг нашей поверхности. Гомологический ранг нашего состояния, а не поверхности. Сейчас. Но нет, Z останется потом, значит… Но R от S зависит от состояния. Это те кривые, которые мы получили. Да, но давайте скажем, что коэффициент за z нам нужен, чтобы в конце мы увидели коэффициент, помноженный на z в какой-то степени, который будет отвечать как раз вот за гомологичность. Ну, хорошо.
Это гомологическая сколка Кауфмана, и для нее верны некоторые, ну, практически все соотношения, которые были верны для классической сколки Кауфмана. Ну, а вы сформулировали? Да, сейчас я напишу. Mm-hmm. This is a homological Kauffman bracket, which possesses properties similar to that of the ordinary Kauffman bracket for ordinary knots in DX. Первое, наверное, важное отличие, то, что гомологическая сколка Кауффмана тривиальной кривой, это не единица, но минус а в степени. Да, ой, простите, конечно. Да. А остальные свойства остаются... What do you mean by the trivial term? Окружность, значит... Contractible or not necessary? Кривая стягивая. А мы можем по формуле посмотреть. Если кривая. Давайте по этой формуле посмотрим. Если кривая не стягиваемая, то она лежит в образе. Значит, единственное слагаемое в нем, одно только состояние, это кривая сама. Она лежит образ. Z в нулевой берется степени, значит, образ нулевой, Z, R равно нулю, значит, должна быть все-таки кривая стягиваемая. Mm-hmm. Значит, So, a trivial knot is contractible necessarily. A non-contractible term provides a non-trivial knot. Следующее свойство нам уже известно. Это то же самое, что и в классическом случае, если у меня если мой диаграмма моего узла представлена как объединение окружности кривой гомеоморфной окружности и некоторые диаграммы, то я могу намножить гомологическую сколку Кауффмана этой диаграммы на соответственный коэффициент. Ну и классическое, если я хочу разрешать мои диаграммы, то и должен. Ну, узлы моей диаграммы, причем классические перекрестки, то я должен домножать на соответственные коэффициенты. Угу. То есть ровно те же свойства по поводу того, что теперь гармировка немножко изменилась, мы домножили на коэффициент. Here it looks more... Что-то не то сказал? More natural. Да. Я говорю, что эта номеровка выглядит более естественной, потому что добавление, если добавление обычного незамысленного приводит к умножению, незамысленный компонент приводит к умножению на минус а минус второй минус а квадрат, то и на самой такой компоненте должно быть такое значение. Ну, тем не менее, да, ну понятно, как прилетят там классический от этой скобки Кауффмана классической путем замены переменной z на это выражение и делением на него же. Ну, то есть, если бы мы рассматривали не узлы на, ну, то есть гомологическую скобку Кауффмана, разумеется, можно применить и к классическому узлу, но и для того, чтобы увидеть перед нами классическую, значит, классическую скобку Кауффмана, мы просто должны заменить формальную переменную z на выражение. И... Сейчас, смотрите, классические узлы это не узлы на толщину оси. Да. Не узлы. Это не то же самое, что узлы на толщину оси. Это узлы в трехмерном пространстве. Да. Трехмерное пространство это на толщину оси. Да. So, is there a transform from the homological Kauffman bracket to ordinary Kauffman bracket in the case of ordinary knots? If not, is if you consider
sphere is thickened, three spaces thickened sphere, then it's just the same. Z, then are they different? Huh? The three spaces not a thickened sphere. They're not homotopy equivalent. Ну, не важно, там все равно никакого H1 нету. Это вот другой разговор. Значит, я всегда равно нулю, а k это просто количество компонентов. Так что все нормально. Единственное, что в этой формуле, если нормировка другая, соответствует просто вот. Вместо k от s пишем k от s минус 1. Вот и все. Поэтому, да, я хочу разделить эту ошибку. Ну, давайте посчитаем гармоническую скобку Кауфмана, чтобы не быть голословными, потому что формула хорошо. Ну, посмотрим, значит, кого? Четвертый. Четвертый наш узел, давайте дадим ему ориентацию. Это трилистник, виртуальный трилистник, хотим вычислить L, чтобы проще означать. Хотим вычислить скобку Кауфмана от гомологическую скобку Кауфмана от нашего виртуального трилистника. Это прежде всего нужно определить. Правильно, сейчас скажу все. Значит, прежде всего нам нужно. We are going to compute the homological Kauffman bracket for the virtual trefoil. But in order to do that, we must start with determining the surface sigma. Ну да, нам нужна поверхностная диаграмма, во всей нам нужна поверхность, на которую мы, которую мы вкладываем в наш узел. А мы зафиксируем в качестве сигмы просто тор. Ну а поверхностная диаграмма трилистника, сейчас он будет представлен. We will take for the surface, we will take the torus. And the diagram will be drawn right now of the virtual trefoil. Это трилистник на торе. And why this diagram is the same? И почему диаграмма это та же самая, чтобы мы не сомневались? У нас есть поверхность, а диаграмма. Почему ей соответствует та плоская диаграмма? Правда? Ну. Это точно правда, как это сейчас сходу объяснить, ну, значит, понятно, что мы стали... Ну да, наверное, если спроектировать... У нас возникнет такая картинка, когда вот одна ветвь проходит сверху, а другая снизу, и они как раз проецируются в одном вот эту вот... One must have a bit of imagination, but it seems indeed true that when projecting, there is a regular projection of this torus diagram to the plane, leading to the picture, to the virtual diagram show. Итак, мы должны вычислить логическую скобку Кауфмана от нашей диаграммы. Для этого нам нужно понять, как она разрешается. Ну, сходу можем нарисовать. There are two points of self-intersection. Да, раз и два, и вот классические, ну как мы обещали, да, на поверхных диаграммах не бывает виртуальных точек. Так, мы рассматриваем, значит, давайте напишу состояние SA, ну, S большое, а это два раза к каждому из перекрестков будут применять это решение, и, соответственно, SB. Это я каждому из перекрестков применю B-решение. Соответственно, SA это у нас такая диаграмма, и SB это... SA means SAA. That is both self-intersections are resolved in A-type. And SB is SBB. Ну, также я на всякий случай рисую S и B. Ну, да, на самом деле не сильно важно, кто из них. Кто? Потому что, ну, понятно, что SBA, эти все нарисуют не так, чтобы много было, а это симметричная. Ну, пишите тогда, что те будут SAA и SBB. А, хорошо. У тебя вопрос. Каждый из классических точек я применил разрешение A or B или B. Хорошо, для каждой из диаграмм
мы вольны посчитать все, что нам с вами необходимо. Мы прежде всего посчитаем число. Значит, важное замечание для вычисления скобки Кауфмана состоит следующим. Ну, кажется, что оно очевидно, но проговорить его нужно. Где вот это вот число окружностей, полученных, ну, число компонент связи. Да, число компонент связи, полученных после применения этого разрешения. Тогда. Is it true? Is it true? Is it true? I don't know. Ну, размерность ядра плюс образа. Размерность всего пространства. H1 от S – это число компонента. H1 от S. Окей. The total number of connected components of the pair associated with state S is the sum of KFS and RFS. Тут спрашивают, существует ли неизотопное вложение в Лавкор, которое редуцирует на другое, которое редуцирует такой же трилистник виртуальный. Ну, Лавкор, на толщину. Да, да. То есть, сейчас... Да нет? А, ну, если мы рассматриваем только... Ну, мы рассматриваем точность до вот этих вот четырех движений. Сейчас еще раз, существует ли что? Неизотопное вложение в лавкор, которое индуцирует такой же обобщенный трилистник. Неизотопное вложение в лавкор. Ну, вот толщины там. Ну, понятно, да. Если виртуально хочется. Наверное, нет. Нет, мы можем построить другие диаграммы, но... Ну, я могу попытаться, ну, я, может быть, давайте мы сейчас закончим вычисление, а потом я задам вопрос, связанный с этим. Так, хорошо. Давайте для каждого из состояний напишем число окружности, которые у нас получаются, и размерность образа. Итак. So the pictures allow one to compute the number of connected components, which is 2 for SAA and 1 for Rosetta. Yeah? Ну, сколько у нас здесь окружностей? Посмотрим. Раз, два. SAB как и SB. A – это одна окружность. SDB тоже одна. Вот эти обозначения способны зрителя ступор. И что? Почему? Нет, нет. Почему для состояния СМП вы считаете число окружности в состоянии СБ? О, да. И все, что нам осталось, это написать образы. Образы. Значит, здесь у нас размер, я имею в виду, единица, S, BB, там, где он у нас, который вот этот вот, тоже единица. Опять ру. И для этих двух товарищей тоже по единице. Хорошо, тогда осталось написать сумму, которая здесь, ну, которая сформулирована в определении. Итак, для слагаемого, отвечающего за состояние с двумя разрешениями AA, мы имеем. Значит, так как. Here will be the contribution of each state to the resultant bracket. Так как у нас состояние и это, ну, по определению такое состояние, когда мы взяли два отношения положительных и ни одного отрицательного, то у нас есть квадрат, помноженный на
а в степени минус 2 минус а, минус а в степени минус 2 минус а в степени 2, и в степени, где? В степени 2 минус 1, это я нахожу вот по этому должности. Ну, то есть можно написать и z плюс, это я подчеркну и скажу, что это программа, относящаяся к состоянию SAA. Ну, заметим, что состояние SAB и состояние SBA, мы получаем одинаковые вклады, поэтому я поставлю двоечку. И the contemplation of the next two states is the same, therefore it's just double. Значит, у нас одно положительное решение, одно отрицательное, и того мы здесь имеем единицу. И так, сейчас, наверное, здесь лучше это не помещу. Минус 2, минус А, степень 2, на Z. Правильно? Правильно. И. Нет, мы любой степени. Поторопись, нулю, секунду. Да, прошу прощения, К равно нулю, значит, просто z. Просто z. И плюс здесь то же самое, k равно нулю. А в степени минус 2. И ну, следующей строчке напишите. Плюс а в степени минус 2. И z в степени единичка. Ну, просто z. Да. Соответственно, наш член это скобка Кауффмана от нашей диаграммы трилистника гомологическая, это минус z минус а четвертый z. Давайте я z вынесу, ну, потом вынесу. Плюс 2z и плюс а минус второй z. Итого это z умножить на единица плюс а минус второй минус а в четвертой. Ну, в лучшей степени, конечно, переписать, кажется, что это самая большая проблема. У вас в черновике был наш шпаргал, чтобы сравнить? Было. Сейчас давайте посмотрим. Только найти надо. Так, это мы считали для тривистника. Так, где у нас? Трам-пам-пам. 2z. Да. Окей. Вы хотели вопрос? Да. Ну, вопрос, комментарий, я некоторые интерпретации, а вы скажете, так или нет, можно я нарисую? Так, мы с этим вроде как уже закончили. Да, да, вот тривистник можно стирать, потом будут другие примеры, но уже на самом полиноме. Пускай у нас имеется диаграмма узла, на ней есть виртуальное пересечение. Suppose we have a virtual intersection of the virtual link diagram. I would like to understand. Я хочу понять саму поверхность, на которой он нарисован. Я делаю следующее. Значит, how can we reconstruct the surface? Сейчас я попытаюсь нарисовать. Значит, наша поверхность, она вот здесь. Значит, здесь я одна полосочка проходит и вторая сверху, другая снизу. Какая из них сверху, какая снизу, не важно, потому что они никак связаны между собой. Соответственно, одна ветвь проходит по одной кривой, а вторая ветвь проходит по второй кривой. По одной полоске, другая проходит по другой полоске. В результате у меня получается то, что я нарисовал, поверхность, у которой имеется край. Видите, вот кривая края. Я в этот край вклеиваю диск, поверхность ориентированная, и у меня получается, что вклеивается ручка.
Значит, если взять, даже в данном случае, на сфере приклеить вот ручку таким способом, то получается уже как раз тор. И поверхность, и кривая уже получается нарисована на торе. Значит, вопрос Максима Эдуардовича. Перевожу. Верно ли, что по диаграмме виртуального узла можно алгоритмически нарисовать поверхность, на которой этот узел лежит? У меня почти есть такой вопрос. Значит, то, что я нарисовал, это действительно поверхность, на которой лежит узел. Значит, после этого я значит, сказал, что в каждом виртуальном пересечении можно поставить вот такую конструкцию, а потом заклеить, чтобы поверхность получилась компактной, заклеить диском. Вопрос. Очевидно, что поверхность такая восстанавливается неоднозначно, потому что, например, мы можем абстрактно где угодно взять связанную сумму, добавить ручку в любом месте. Но вопрос, величину ДТК и R при этом применяется или нет? Вообще говоря, если мы добавим где-то ручку, то вроде бы эта дополнительная ручка увеличит рамку вот этой группы, но на ядро это никак не повлияет, на образ вроде тоже никак не повлияет. Поэтому, значит, вопрос, насколько вот эта штука, насколько она действительно зависит сильно от выбора поверхности, и однозначно ли она восстанавливается по виртуальной диаграмме? So, the question is, whether this expression for the homological Kauffman bracket depends indeed on the chosen surface sigma, or this expression can be reconstructed unitarily from the diagram of the virtual link. К сожалению, я не знаю, и в той литературе, которой я пользовался, информации нет, но мне кажется, что не должна однозначно задаваться, не должна, мне кажется, потому что я могу рисовать другую поверхность. It seems that the answer is no. The bracket depends on the surface, but it's not obvious or clear. Okay. Хорошо. Мы определили скобку Кауфмана гомологическую, и теперь давайте определим все-таки полином Джонс-Крушкаля. Это делается теперь гораздо быстрее. Потому что мы знаем, как определяется полином Джонса. И давайте определим сначала от точки формальной переменной А. Делается буквально за секунду. Now one can define the Jones Krushkal polynomial. From the Kauffman homological bracket. Ну и еще нужно ввести некоторую замену. Замена простая. Т равно то, о чем я говорил в самом начале. Т равно 24. Так что мы сделали? А там кум. Да, там была кум. Там была кум. Ну, то есть ничего нового не сделали. Замножили на минус а в степени минус 3 в риф. Правильно говорю? Да, не произносил слово. И делается это ровно для того, чтобы сделать наш многочлен инвариативным относительно первого движения до места. Инвариативным. Простите, я не знаю, как это называлось, но вот как-то так. Обратите только внимание, пожалуйста, что теперь да, мы не говорим про неориентирование, что модули пропали, это да, поверхностная диаграмма, которая определяется у Кауфмана. Ну, хотя, наверное, все равно стоит взять, потому что по-прежнему мы снимаем ориентацию. Ну, здесь нам ориентация нужна, а здесь она только мешается. Okay, and the theorem states that thus defined polynomial is invariant with respect to all the radiomaster moves, including the virtual ones. Это правда, и более того,
что хорошего мы можем тянуть из этого полинома, так это то, что этот полином, вот относительно, давайте внутри его тоже выпишу. В таком виде. А вот все-таки как устроен виртуальный мир? Вот у нас есть две диаграммы виртуального зацикления. Да. Да? И допустим, у нас есть последовательность движений, виртуальных движений мастера, переводящих первую диаграмму во вторую. Что мы утверждаем про соответствующие узлы? Что это не тот же узел. В одной и той же утолщенной поверхности. Но если мы считаем, что что значит, что это один и тот же узел? Сейчас, значит, рассматривая. My question is as follows. Suppose we have two virtual link diagrams. That can be transformed into one another by a sequence of virtual rider master moves. What does the statement mean for the corresponding links in the second surfaces? Does it mean in particular that these links are in one and the same sequence? В моем понимании это значит следующее. Если я беру плоскую диаграмму моего виртуального узла какую-то, а вторую плоскую диаграмму виртуального узла перевожу, могу перевести одну в другую конечным набором движений следующего типа, это значит следующее, что если я вложу образ моей диаграммы в некоторую поверхность одной диаграммы и в ту же самую поверхность вложу образ другой диаграммы, то их я друг к другу смогу перевести в вот эти движения. So if we realize the two virtual diagrams as the diagrams of links in one and the same second surface, then there is a sequence of ordinary Rider-Meister moves in this second surface diagram that transformed the first link to the second. Okay. If you take a surface and cut off a disc, just a single disc, then the remaining part can be surjectively, how is it? Contract? No, it can be immersed to the plane with some overlappings, like I wrote. And then any surface not diagram becomes a plane virtual diagram. So to which extent this is operation is invertible? Всякого узла утолщенной поверхности можно изготовить диаграмму плоскую, потому что всякую проколотую поверхность можно положить на плоскость самыми пересечениями, но без складок, так иммерсивно. Вот. Но насколько это единственным способом возможно, и там нет ли
насколько это все однозначно. Значит, здесь нужно... Сейчас, нет, есть понятие диаграммы минимального рода, но она на поверхности. Хорошо. Что можно да, хорошего сказать про полином Джонса-Крушкаля? Mm-hmm. Прежде всего, что это многочлен Лорана, вот коэффициентов, соответственно. Лоран из Вичвария. Кроме того, понятно, что полином Джонса-Крушкаля можно разложить в сумму по степеням. Причем эта сумма будет конечна в том отношении, что значит, вот это число R от S по понятным причинам не может быть больше, чем род поверхности. Тогда, будьте, наверное, вот здесь вот мы вычисляли тревисник. И да, пойдем в жёсткую шкале. Складывается следующую сумму. Точно так же лорановских многочленов. Вот, но по степеням z. Это некоторые многочлены. Точно так же лорановский относительно коэффициент, относительно терминус 1,2 и 1,2. А умножаются такие многочлены на степени z, то есть я могу разложить по степеням и посмотреть. То есть получается. Это иногда удобно для того, чтобы быстро вычислять многочлен. Но тут ничего не написано. Нет, верхний. А, наверху G стоит, не 9. G, да, это тот самый род поверхности, да. Ну. Не знаю, как написать, что будет на секунду. Ну да, G, конечно. Никакого частичного не здесь отношения. Вот. Ну и давайте вычислим. Да, вычислим полином Джонса-Крушкаля для, например, нашего трилистника, потому что полином, ну, сколько кого мы вычислили, как вычислить полином Джонса? Ну, все написано, можно просто взять и домножить. Значит, единственное, что для трилистника нужно посчитать наше замечательное число, верно, даже замечательное непереносимое число, но... Максим Ильич, вы будете записывать все? Ну, будете всех записывать? Итак, нам нужно смотреть активную диаграмму. So, in order to compute the Jones-Krushkal polynomial for the virtual shell file, we need to compute the risk number of the diagram, which is minus 2. Negative to both negative. Yeah? Both points of self-intersection of the diagram are negative. Ну и тогда мы должны просто умножить тот результат, который я напомню, что был на доске, может, мы даже не стерли. Вот мы его не стерли, вот он. И сколько у Кауфмана нам нужно помножить на соответственно, коэффициент. И давайте только сделаем замену относительно переменной t, потому что полином Джонса-Крушкаля относительно этой переменной определяется. Итак, полином Джонса-Крушкаля для нашего тревисника. Не хочу писать в букве, чтобы ты не думал, что это то, поэтому давайте все-таки ей просто показать было, что это могу делать. Я вычитаю. ТРЗ. Это так, значит, степень четная, единичка, а в степени
уже через тэ переписываем. Это правда, я здесь ошибся. Здесь должно быть. Прошу прощения, кажется, наш этот brief, он все-таки положительный, нет? Ну. Сейчас. От чего? Вот, вот мы про наши диаграммы. Да. Нет. Положительное или отрицательное. Ну, если сейчас мы проходим в тему. Вот здесь я иду. It looks like plus. Вот. Сейчас. Ну, вот сравните, вот у вас слева. Да, действительно, я прохожу справа, и здесь тоже справа. Plus. Спасибо. Так, три четверти. На нашу скобку Кауфмана, которую мы уже вычислили, разве что с подменой переменной. С подменной переменной. На Z. А тут... Сейчас. Минус 1 вторая. Сейчас плюс 1 вторая. Потому что у нас подмена через минус. И минус А в степени минус Т. It reminds a bit of the Jones polynomial for trefoil, yeah? Virtual trefoil, yes. Нет, он же напоминает обычный полином Джонса для трилистника, я не помню точно, как там сказать. Нет, там для полинома Джонса для теоретических узлов они вот такого вида. Ну, я, может быть, знаки перепутаю, но вот смысл в этом. А у нас, кажется, что немножко... Сейчас. Похоже. Но если мы сделаем обратную замену, то это будет t в шестой плюс t в минус, минус восьмой получается, и здесь t в минус второй. Ну, то есть по почетным степеням, как будто мы на t домножили. Что-то такое, да. Ну, похоже. Примеры Джонса риторических узлов, они вот, вот, вот такие. Классический. Так, я успею про шахматы что-то добавить? Ну, значит, интерес непосредственно той статьи, про которую я веду рассказ, в том, что для шахматно раскрашиваемых диаграмм виртуальных узлов, в частности, ну, самих узлов, да, там, значит, определив шахматную раскраску для диаграммы, для поверхности диаграммы узла мы определяем, если мы определяем сам узел шахматно раскрашиваемым, если хотя бы одна из его диаграмм допускает шахматную раскраску поверхности. Yeah, not a virtual knot is called checkerboard colorable, provided at least one of its surface diagrams is checkerboard colorable. По поверхности. Я просто может, не сказал. Прошу прощения. Может, просто не слышали. Так. Интересный результат, который говорит, который называет эта статья, то, что в некоторой работе была представлена теорема, автор команда, а теорема звучала... Вы сейчас сказали, про какую статью вы говорите? Абсолютно правильно. Ну, она практически с одной не пропала. Ну, там.
поэтому она легко ищется. И, соответственно, утверждение такое. Некая команда заявила, что... Скорее всего, мужчина. Некий, ну, может быть. Но, по-моему, там где-то у меня возникала ошибка все-таки в тексте, может быть, заявила, что любая альтернированная диаграмма, любой альтернированный узел является шахматно раскрашиваемым виртуальным. На самом деле неправда, потому что нужно потребовать еще что-то. Значит, что такое альтернированный, что такое альтернированная диаграмма узла, если вдруг. Это то же самое, что в классическом случае, я все-таки расскажу. The virtual link diagram is said to be alternating, provided overpassing and overpassing alternate on each component. Альтернированная диаграмма называется таковой, если мы в момент прохода нашего узла мы меняем проходы на переходы, ну, шаг за шагом. Вдоль каждой компоненты. Да, мы ее вдоль каждой компоненты и должны все время менять проход за переход. Ну, в частности, здесь у нас переход, проход. То же самое мы по другой компоненте. Это проход, переход, проход. В данном случае это альтернированная компонента. А как вот в работе рассказывается о том, что неверна теорема, которая говорит просто, что любая вложенная утолщенная поверхность. Любой виртуальный, ну, любое зацепление, вложенное в утолщенную поверхность, если оно альтернированное, то шахматно раскрашиваемое. It is not true, however, that, as was stated by Kamada, that any alternating diagram is checkerboard colorable. Instead, we must require something. Да, можно усилить утверждение, тогда оно будет верно. Значит, нет, так не бывает, что утверждение. Увеличить количество требований. Увеличить количество требований. И тогда оно будет верно, но. Усилить условия. Да, да, да. Усилить условия. И что нужно потребовать? Нужно потребовать, чтобы она была. Сейчас я боюсь, что неправильно перейду, сетчато вложено. Как? Нет. Ну, объясни, что это все равно. Клеточно, может быть. Cellular. Да. Cellular. Сейчас я скажу точное слово. Клеточно. Ну, то есть я это перевожу клеточно вложено, потому что я с этим связываюсь не так часто. You must propose an additional assumption that the diagram is cellular or embedded or something like that. Для нас интересно, что для шахматно раскрашиваемого зацепления в утолщенной поверхности мы можем ввести некоторый аналог совсем классического полинома Джонса, так называемый редуцированный полинома Джонса, который, соответственно, выглядит следующим образом. Это то же самое, что классический полинома Джонса. Ну, давайте обозначим его жестилочкой. Разве что теперь мы будем. If the diagram, if the surface diagram is checkerboard colorable, then we may introduce a more strict analog of the classical Jones polynomial, so ordinary Jones polynomial, for such nodes or links in thickened surfaces. No. И теперь совсем, ну, то есть это практически ровно то же самое, что в классическом случае, если мы делаем образ
нулевой. Если мы делаем все окружности стягиваемыми, то мы получаем просто классический пенон Джонса. Окей. Берег для нас в топке. Есть ли еще там вопросы? Нет. Хорошо, спасибо, Жень. Спасибо. Ясный доклад. Понятно, о чем идет речь. Не то, чтобы мы больше поняли про актуальные узлы, но все-таки остается сильное недопонимание того, как, что это такое, как правильно с ним обращаться. Но что такое полином Джонса прошкаляет, спасибо. Я могу прислать статью, может быть, в следующий раз, со следующей рассылкой ее можно раскидать. Ну, так что хорошо. Все было сказано. Спасибо, да. Запись. Вы поняли, как вычислять инвентарь, то вы поняли, чего.